Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Ulefone Armor 17 Pro. И сейчас я покажу вам, как включить мобильную точку доступа. Итак, для этого мы свайпаем вниз и ищем здесь точку доступа. Находим, нажимаем и таким образом включаем. Нажмем еще раз, выключим. Если зажмем пальчик, то перейдем в настройки точки доступа. Нажимаем точка доступа Wi-Fi. И тут мы можем изменить название точки доступа, защиту, пароль точки доступа. Также мы можем, например, автоматически выключать точку доступа, если поставим тут галочку. И включить расширенную совместимость, то есть другие устройства будут находить нашу точку доступа. Будут быстрее подключаться. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.